Дай пять, кокос. Дай пять. Молодец. Так, сегодня будет распаковка очередной посылки с акваништячками. Здесь мне приехали буцефаландры, выигранные мной на аукционе на акваформе. Наша доблестная почта прислала даже на день раньше. Срок доставки 19 число. Сегодня 18. Ничего себе. Ну, в общем, давайте откроем, посмотрим, что же мне тут прислали. Смотри, у нас коробочка. Коробочка из-под таблеток диетической добавки. А тут, наверное, есть буцефаландры. Сейчас распечатаем. Довольно-таки интересно упаковано, все полностью замотано скотчем. Так, там мой адрес, не буду показывать. Так. Ой, надеюсь, я буцефаландру там не отрезал. Так, есть. Итак, у меня было два лота. Так, начнем с чего? Буцефаландра Super Blue Type Round. Вот, эту я выиграл на аукционе. И три вида брауни. Брауни Аполло, брауни Блу и брауни Джаде. Или Джейд. Не знаю, как правильно, нужно будет посмотреть. И продавец положил мне еще бонус. Буцефаландра Red Biblis Aqua Fino Bitter. Бонус. Отлично, спасибо большое. Итак, моя коллекция пополнилась четырьмя видами новых буцефаландр. Будем приматывать их на камни. Итак, я снова возле своего аквариума с орудием под названием ковшик. Сейчас я подостаю отсюда свободные камни лавовые, на которые я буду размещать новоприбывшие буцефаландры. К сожалению, камней свободных 4, а буцефаландр-то пришло 5 и одна бонусная. Придется, наверное, расфигачить один какой-нибудь камешек надвое, или, может быть, их 3 получится. Не знаю, как это получится. В общем, все, пошел я ломать камни и приматывать буцефаландры.
Так, ну что, продолжим. Буцефаландры намотаны. Сделал надписи, потому что если бы я их не сделал, да я бы забыл бы через 5 минут вообще все названия. Так, какие куда будем размещать? К Брауни Аполло. Первая у нас идет Брауни Аполло. Попробуем ее вот здесь определить. Вот так. Ну, по-другому я просто, я их еще не умею определять, обозначать. Ой, улитка на руку. Так, Брауни Аполло есть. Дальше идет Брауни Блю. Брауни Блю будет у нас рядом с Брауни Аполло. Ой, сколько муляки с камня. Кусок отбил от камня. Так, Брауни Аполло. Есть, обозначено. Так. Купер Лиф. Я просто... У меня кусочек трубочки был. Вот так вот я сделаю. Чтобы понимать. Едем дальше. Супер Блу Тайп Раунд. Та вообще, ради чего я на аукцион заглянул. Вот она. Очень красивая, мне нравится. Она будет вот здесь. Эх, немножко неправильные надписи расположил. Ну ничего. Главное, что читабельно. Так, Super Blue Type Round есть. Есть. Теперь Брауни, Брауни Джаде или Брауни Джейд. Вот она. Она будет у нас тут находиться. Вот. Вот для нее бирочка ее. Оп. Есть. Ну и бонусная бутска, которую нам продавец подарил. Это, я думаю, может сюда ее вообще вот так поставить. Поставлю ее сюда. Это Red Biblis aka Phenobitter. Интересное название. В общем, пока будет вот так. Придавлю камнем, я уже буду там понимать, где что находится. Что не придавливается. Так, вот так вот. Пока будет так, а там я придумаю, может, бирочки покрасивее. Вот, буцефаландры вновь прибывшие размещены. Я очень рад. Давайте посмотрим на это поближе. Убираем подставку. В качестве подставки треноги у меня. Вот такая вот стремянка домашняя. Так. Итак, медный лист, он же Купер Лиф, это было. Брауни Блу, вот она. Какая она приехала, запоминаем, посмотрим, какая будет дальше. Брауни Аполло, есть. Супер Блю Тайп Раунд. Немножко вот есть один лист с дырочкой, но ничего, посмотрим, как она будет расти дальше. Думаю, все будет отлично. Ради нее вообще на аукцион зашел и все это остальное купил. Брауни Джаде, вот она. Вот. Ну и бонусная Phenobitter,
Вообще, как эти названия вы запоминаете? Она такая вот с волнистым листом, наверное, будет интересная. В общем-то, вот так вот. Немножко мулячка поднялась из-за того, что я туда разбитый камень поместил. Ну ничего, сейчас все усядется. В дальнейшем я, наверное, сделаю, возьму с какой-нибудь там крышки от сметаны белый пластик и аккуратненько сделаю бирочки, которые можно прикрепить там чуть ли не на веревку. Вот. Пока все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.